Мы на Сиджури вынесли много инвестиционных проектов в различных сферах, и в социальной сфере, в транспортной, в развитии территории. И мы видим устойчивую тенденцию, что все больше инвесторов вкладывают деньги, помимо традиционных направлений, в объекты культуры и в объекты культурного наследия, что тоже для нас очень приятно. АО «Обуховский завод», новый цех стального фасонного литья. ООО «Полипласт», группа компаний «СКЛ», производство мебели торговых марок «Идис» и «Миларда». ООО «Юнилевер Русь», «Аврора», строительство производственно-складского корпуса. АО «Завод Киров Энергомаш», модернизация турбинного производства. И победителем в номинации за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере промышленности становится ООО «Юнилевер Русь» за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере развития территории. В номинации представлены проекты ООО «Адмирал М», строительство производственно-складского комплекса класса «Аврос» в индустриальном парке «Марьино». АО «Эртелеком Холдинг», развертывание на территории Санкт-Петербурга беспроводной сети «Лораман». ООО «Тингрупп», бизнес-центр «Полис-центр». И побеждает проект номинации за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере развития территории. Проект АО «Эртелеком Холдинг». Мы приглашаем на сцену президента АО «Эртелеком Холдинг» Андрея Рамильевича Гузяева. В номинации представлены проекты «ЗАО «Северный город», дошкольное образовательное учреждение на 80 мест, ПАО группы ЛСР, сопровождаемого проживанием людей с нарушениями интеллектуального и физического развития. И статуэтку в этой номинации получает ПАО группа ЛСР. Мы приглашаем на сцену председателя Совета директоров группы ЛСР Максима Юрьевича Соколова. Добрый вечер! ООО «Арктехнологии», планетарий номер один. ООО «Инвестиционная компания «Империя», бизнес-центр класса А «Сенатор». ООО «Новая Голландия Девелопмент». Приспособление памятника ансамбля «Новая Голландия» к современному использованию. И победителем в этой номинации становится ООО «Арктехнологии». Приглашаем на сцену генерального директора ООО «Арктехнологии» Евгения Валерьевича Будова. СПБ, а также Октябрьская железная дорога, музей российских железных дорог в Санкт-Петербурге. И победителем в номинации становится ООО «Тандем Эстейт». Я приглашаю на сцену представителя директора ООО «Тандем Эстейт» Виктора Ивановича Игнатьева. Гостиница «Четыре звезды» Хилтон Сент-Петербург Эксельфор, а также ООО «Отель Санкт-Петербург». И лауреатом премии в этой номинации становится ООО «Отель Санкт-Петербург». Приглашаем на сцену генерального менеджера ООО «Отель Санкт-Петербург» Специальную премию от партнера «Просбербанк». И для проведения награждения на сцену приглашается заместитель председателя директора главного головного отделения по Санкт-Петербургу банка «Сбербанк» Анатолий Валерьевич Песвин.